Всем привет, мои дорогие подписчики. Я сегодня с вами так по-домашнему. Сегодня 10 марта, суббота. Я в халате сижу, завтракаю. На завтрак, значит, у меня бутерброды. Значит, булка, сыр Филадельфия, немецкий салями и сыр Гоуда, кофе и десерт такой купил, короче, типа польский какой-то десерт. Вот. Почему в таком виде? Потому что буду одеваться, буду ехать сегодня домой. Завтра в Англии отмечают День матери, поэтому подарю своей маме тоже подарок, что купил. А сейчас, короче, сижу и буду покупать себе роликовые лыжи. Вот такие вот дела. Почему? Я вроде вам еще не рассказывал, но я не выиграл президентство. Это, во-первых, но как бы новая новость, я не выиграл президентство. Я получил работу, вот, и сейчас мои все документы, они с этим самым HR, время какое-то займет, и начну работу, я думаю, где-то в апреле. А я записался на тартусский марафон, но не на лыжный марафон, но не на все 61 километр, которая дистанция марафона, даже не 61, а 63 километра, а я записался на 31 километр. Почему на 31, а не 61? Потому что я подумал, что я не на лыжах последний раз стоял, наверное, когда мне было лет 13. Это было еще в школьные времена. И то есть мне уже почти 23, это 10 лет я на лыжах не был. И как бы и тогда, когда я был последний раз на лыжах, я тоже не был, как бы, знаете, каким-то профессиональным лыжником, чисто пару раз. И поэтому я решил, что нужно взять 31 километр, посмотреть, как пойдет. И если пойдет хорошо, то через год, значит, в 2020 году, то я поеду в Лахти. Там тоже будет соревнование, где там есть длинная дистанция, можно короткую выбрать. Потом поеду опять еще на тартусский марафон и на трассу Васалопет, но не на всю трассу 90 километров, а там есть маршрут в 40 километров. Вот, это мои планы. И поэтому я решил купить роликовые лыжи, чтобы сейчас тренироваться в классическом стиле без снега. В декабре у меня в планах поехать в Осло на неделю и там тренироваться уже на лыжах. И тогда в феврале поехать в Эстонию, в Тарту, ну, по Тарту и участвовать в марафоне. Вот так вот выглядят эти роликовые лыжи. Я еще схожу на стадион как-нибудь и на стадионе вам засниму свои тренировки. Ну вот, в принципе, это классические лыжи классического стиля. Также пришли палки, и палки с такими специальными этим самым для гонок, в общем, специальные. Забыл слово, короче. Ну, вы поняли, я надеюсь. Так, а еще мне недавно пришло от подписчика конверт такой. Посылка от подписчика. Это моя первая посылка от подписчика. Если вы хотите мне отправлять какие-то посылки, то email-адрес мой вы найдете в описании канала. Пишите туда, и я, значит, вам пришлю свой адрес. Вот, сейчас, значит, будем вскрывать. И вот посмотрим, что мне прислали. Значит, мне прислали 50 эстонских центов, одну эстонскую крону. Каких годов? 2003. 5 центов. Вот, 5 центов, мне кажется, у меня не было. Поэтому большое спасибо. 20 центов. 10. Дальше здесь есть евроценты. Здесь есть также латы. Латвес. Сантимы. Летува. Центас. Это у нас Летува. И это у нас тоже Летува. Спасибо большое Андрею Крутилову, опять-таки говорю, за эти монеты. Значит, у меня нету в Винчестере моего альбома с ними, поэтому я их опять сюда запакую.
И когда поеду домой, ну хотя я сегодня еду домой, но сегодня, наверное, не смогу, поскольку, в общем, короче, потом их свой альбом определю. А еще я подумал, мне нужно купить, значит, чтобы хранить. То есть, поскольку некоторые монеты повторяются, и чтобы из них не избавляться, просто их хранить где-то, а в альбоме показывать те монеты, которые у меня, например, единственного образца. Ну, в общем, как я и говорил, если хотите отправлять мне по ссылке, то имейл в описании моего канала и присылайте мне, значит, запросы на мой адрес. Все, едем дальше. Давайте еще вернемся немножко назад, в февраль. В феврале мы ходили с Эмили на концерт норвежского продюсера, диджея Кайго. Без разницы, как его называют, там по-разному можно. И небольшой клип, значит, оттуда сейчас вставлю вам здесь. Вот, короче, наша стройка тут. Будут строить еще один дом. Вот на этом вот пятаке. Вот сейчас иду домой от мамы. Поздравляю с наступающим днем матери. Я посмотрел лыжную гонку 50 километров в Осло. И теперь можно идти домой. Перед тем, как идти домой, еще загляну в магазин. Куплю себе шлем велосипедный, чтобы когда буду на лыжах роликовых ездить, не убиться. И, наверное, еще в спортивный магазин зайду, посмотрю, может, там какие-нибудь носки нужно взять спортивные, чтобы с высоким голенищем, ну и так далее. На работе. Вот мое рабочее место.
14 марта мы поехали в Лондон на концерт еще одной одного человека с Норвегии. Это норвежка Сигрид. Те, кто слушает поп-музыку, то я, скорее всего, уверен, что вы ее знаете. Она выступала в Shepherd's Bush. И пока мы были, значит, в Лондоне, мы видели премьер-министра. Она ехала в своем кортедже. И там я выругался немножко на нее. Поэтому сейчас клип с Лондона, и, ну, с премьер-министром, да, и, значит, с концерта Secret. Fuck you! Hey!
В общем, как вы видели, я одну песню оставил полностью, немножко другую немножечко подрезал, но надеюсь, YouTube не забанит. Хотя, возможно, что и забанит. Но мне очень-очень понравился концерт, очень нравится она как певица, одна из моих самых любимых певиц, да и вообще певцов. И поэтому я был очень рад, что вот за день до моего дня рождения был как раз концерт в Лондоне, и смогли пойти и вот так хорошо встретить мое 23-летие. Вот что еще? Сегодня у нас 19 марта, я заболел, сегодня понедельник, я не пошел на работу. Температура, насморк, горло, в общем, как обычно, обычная простуда. Надеюсь, к завтрашнему дню уже выздороветь, быть в более лучшем состоянии, чтобы можно было пойти на работу, поскольку я еще на полном рабочем месте не начал, поэтому я теряю зарплату в то время, когда я не хожу на работу. А начинаю я работать на полную рабочую ставку как раз в следующий понедельник, 26 марта. Вот. Еще мне удалось попасть на конференцию в Утрехт, то есть меня приняли, я буду теперь с 10 по 13 мая в Голландии, в Нидерландах, и смогу вот поучаствовать в конференции. И вот, наверное, это все самое такое новое, что в жизни происходит. Буду стараться вам снимать влоги, но, как вы знаете, новая работа начинается, поэтому если ничего нового делать не буду, то снимать тоже будет не о чем. Обязательно попробую поснимать вам побольше вот того, что я, например, на лыжах катаюсь. Ну и, как говорится, увидимся уже в следующем видео. Всем удачи, всем спасибо, подписывайтесь на канал и пока.